That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the Сегодня стал полицейским, мгновенно все изменилось. Я верил в чудо-реформу.
свершилось и появилось у меня рентгеновское зрение. Мое предназначение — защита прав населения. Вот это да, вот это инновации. Всего-то надо было переименоваться. Преступники топами сами идут сдаваться. Сила названия — полиция, братцы. Эй, полицейский, новый-новый полицейский, называй как хочешь ты, те же самые менты. Полицейский, новый-новый полицейский, называй как хочешь ты, те же самые менты. Я перестал брать взятки, крышевать ларьки. Смена названия, правила мои мозги. Честно служим народу с моим напарником. Кушаем пончики, запиваем кофейком. Служил в милиции, у меня торчал живот. Стал полицейским, стройный как вода в жанкло. И перестал ругаться матом, это лимит чуда. IQ взлетело до небес, стал мастером дзюдо. И вот такие трансформации по всей милиции. Название сменили, не изменились лица. Забудьте вашего супермена гейского. Встречайте русского полицейского. Тогда была еще милиция. И попасть туда — это как водки напиться. То бишь просто. Никогда не понимал, почему меня легавый принимал. Главное, не пойму вообще за что. Ну курнул, сделал булю. Ну и что? Что? Тут противозаконного я не совершал ограблений. Вооруженных всего лишь я сидел в своей машине. Со мной девчонка, мы фары потушили. Из-под полы достал пакетик пона. Тем, кто не сечет, пакет гидропона. Один знакомый занимал монету, вместо монеты отдал этот пакет. В общем, прибивая булю, первый на пас, потом второй, я кайфую. На улице уже темно, вдалеке машина едет. Да и похуй, чё нам. Дальше пошел третий, как они подъехали, даже не заметил. Эй, милиция, меня отпусти. Я ничего не делал, я тут по глупости. И полиция тоже отпусти. Марихуану курит от грусти. Эй, милиция, меня отпусти. Я ничего не делал, я тут по глупости. И полиция тоже отпусти. Марихуану курит от грусти. В данной ситуации можно растеряться. Прошмонали, начинает оформлять. Кричат, тебя сдали. Травокур, можешь поискать среди своих эту суку. Командир, ну зачем же вы так? Я учусь в милиции, первый раз пробую шмаль. Учишься в милиции? Молодец, а где? МТКТУ, у меня третий курс уже. Нихуя себе, не слышал, такой вуз. Ладно, 8 тысяч давай, а то тороплюсь. Чё поделать, позвоню знакомому. На кармане 1000, какой от нее понт. Взял у девушки 1500. Подъехал Артур, привез еще 5 штук.